как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые мосты. Зауженный прямоугольник – архитектурной особенностью уже такой узнаваемый, неповторимый знак Березняков. А труба, березка, река и кристалл – четыре основных элемента, которые теперь неотъемлемая часть фирменного стиля города. Они и другие элементы – колос, солнце и дом – теперь украшают и сувенирную продукцию. Накануне ее презентовали березняковцам и гостям города в холле КДЦ. В больших городах, да, там где-то магнитики, что-то еще, кружки какие-то, все. А в маленьких городах, где бывал, ну… За исключением магнитиков ничего нет. То, что в городе появился наконец-то свой бренд и своя какая-то сувенирная продукция, это, конечно, очень хорошо, это очень здорово, потому что, допустим, я сам, в принципе, не березняковец, я не местный, я здесь в городе недавно, и да, поехать к себе на родину и взять какой-то сувенирчик, футболочку или что-то, привезти из Березняков, также не только я, вообще другие люди, которые прибывают сюда, я думаю, что это здорово. Самые яркие, запоминающиеся фирменные сумки и футболки. Последний настоящий эксклюзив. Каждого вида выпустили по 3 размера и каждого размера по 50 штук. А ткань, это называется прима. Это инновационное трикотажное полотно, которое хорошо пропускает влагу и воздух. Также она не деформируется и не растягивается, и при стирке она не теряет свой цвет. Захотелось увидеть поближе. Все, не побоюсь сказать, брендовые вещи. Футболки, кружки, сумки и многое другое в фирменном стиле города можно приобрести в Березняковском историко-художественном музее имени Коновалова. Ну а пока узнаем, как новую фишку оценивают жители Верхнекамья. Надо сказать вообще, что мы студенты из города Соликамска, Соликамский автодорожно-промышленный колледж, соседние с вами, да, вот. И на самом деле я видела информацию о мерче, который появился в Березняках. Это круто, это здорово. И нам, честно, немножко завидно, потому что мы, жители Соликамска, ну, тоже хотим такую символику фирменную, которая бы действительно была узнаваема не только в Пермском крае, но и за ее пределами. Я очень рада, что такое есть в Березняках. Это очень круто. Мария Динова, Никита Игнатьев. Наши новости.